Доброе утро! Начинаем производственную гимнастику. Для тех, кто не имеет возможности часто посещать спортивные залы, а очень хочется иметь подтянутый живот, а потом продемонстрировать свои кубики на прессе, предлагаю следующее упражнение. Необходимо сесть на стул. Руки свободно свисают вниз. Мышцы брюшного пресса слегка напряжены, живот втянут. Удерживаем туловище в таком напряжении, слегка наклоняясь вниз. Считаем до 5 и поднимаем корпус тела в исходное положение. Потом поднимаем левую руку вверх. И также наклоняемся вниз. Считаем до 5 и поднимаемся в исходное положение. Это же упражнение проделываем с другой рукой. Итак, 10 раз левой рукой и правой рукой. После выполнения этого комплекса упражнений проделываем то же самое с двумя руками. Упражнение второе. Сидим на стуле прямо. Поднимаем левую руку вверх и наклон вправо. Исходное положение. То же самое, меняем руку, наклон влево. И так 10 раз в каждую сторону. Теперь двумя руками. 10 раз в каждую сторону. После этого, обхватив края стула, поднимаем левое колено вверх и удерживаем в течение 5 секунд. То же самое проделываем правой ногой. И так по 10 раз на каждую ногу. Эти упражнения можно повторять в течение всего рабочего времени и впоследствии удивить во время своего отпуска, находясь на пляже, всех своих знакомых прекрасным торсом. Доброго вам утра!